Сейчас рядом со мной Артем Осаковский, тот самый кикер, который пробил победный филдгол. Поздравляю вас с отличным результатом игры. Скажите, пожалуйста, каковы ваши ощущения от игры? Тяжело ли вам было играть с бандитами? Ну, все здорово, да, играть было тяжело. Ребята хорошо подготовились, приехали, ну, почти в полном составе, были готовы к нам. Вот, но мы тоже готовились, как видели. Вот, игра понравилась, ощущения просто зашкаливают, потому что такое забить в конце, это дорогого стоит, и, ну, оно того стоило. Вот. Согласен. Скажите также, пожалуйста, у бандитов сегодня отлично получалась пасовая игра. Чего вам не хватало в защите для того, чтобы, так сказать, противостоять этим пасам? Ну, может быть, они играли, ну, нестандартной формацией, и где-то поэтому не досматривали игроков. Ну, отличный ресивер, вообще надо отметить работу ресиверов. Отличная работа ногами, отличные кэтчи, все видели. Тоже, когда они и брали кэтчи, которые просто не берущиеся, были номер 88, например. Вот. А вообще, ну, что еще сказать? Ну, вроде все. Спасибо большое за интервью. Поздравляю еще раз с победой.